начинающий ютубер. И он пишет: могу. Кто не перебьет? И теперь нам остается просто-напросто ждать. Меня не кинули! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я попрошу АВМ Treasure Hunter у 100 начинающих ютуберов. Вам не послышалось! Это будет полный разнос, потому что в прошлый раз я просил голдишку трейдеров, мне подарили АВМ Sport V2! Но прямо сегодня я решил шагнуть гораздо выше и попросить голду, а именно АВМ Treasure Hunter у начинающих ютуберов. Вы скажете, это ПК, а почему это не популярные ютуберы? Ну потому что я не хотел просить, потому что все популярные ютуберы, я их знаю, мы с ними друзья, и это будет как будто одолжение. Я хотел попросить у абсолютно неизвестных для меня ютуберов, и мы посмотрим на их реакцию, на их ответы. Ну что же, полетели! Дорогулечка ты моя, как тебе 20 лет, аля, сосочка? Хочешь получить совершенно бесплатно, да, прямо сейчас, прожимай лайк и подписывайся на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое-самое главное, буду проверять, посмотри все видео от начала до конца, без единой перемоточки. Ну что же, братанчик, а мы идем попрошайничать. Братва, вы просто не поверите, у меня такое ощущение, что попрошайничать это просто моя стихия. Ну что же, посмотрите, какое сообщение я подготовил. Привет, я Кента ПК, я снимаю видео, помогут ли мне ютуберы купить АВМТХ? Я очень сильно его хочу, не мог бы ты мне помочь и слить его за 0.3? Прошу, брат, или помочь голдой. Ну а прямо сейчас дело за малым, осталось найти начинающих ютуберов, и желательно, чтобы у них были дорогие скины. Как же я это сделаю? А очень просто, ща покажу. Я просто написал стенду в 2 поиски, и прямо сейчас начну писать всем ютуберам подряд. И я буду очень сильно надеяться, то, что они мне ответят. Ну а писать я им буду где? Конечно же, в игре! Погнали писать! A few moments later. Как же я долго искал ID всех этих ютуберов! Короче, ребята, написал просто всем, кому можно! О, мне уже даже пришли первые ответы, посмотрите, что мне пишет Кей. Кей — это участник клана RGG. Я тоже нашел на ютубе, пишет: Гуэти, дам 15 голды, у меня больше нет, а ВКТХ, к сожалению, у меня нету. Братик, спасибо. Дальше написал Дэвид Килл, хоть это и мой модератор, но это тоже начинающий ютубер. И он пишет: могу помочь. Давайте напишем, как. А теперь посмотрите, братва, полная дичь. Я написал моему же фейку, потому что у него тоже не Кента ПК. Он мне пишет: а прокачки будут? А ты знаком с Фероксом? Привет, привет, привет. Также написал Глорику, также написал Блэк Скай, также написал много кому другому. Очень много сообщений я отправил. Также написал Хардвику, он пишет: ему скинут 20 гривен, это примерно 50 рублей. A few moments later. Только что пришел еще один ответ. Привет, у меня его нету, лучше пропиари мой канал. Ха-ха, ах ты негодник, ну пропиарился, родной, пропиарился, пропиарился. Только что мне пришел ответ от Дэвид Килла, и он написал, что может мне помочь голдишке и готов дать 200 голды. Но самое интересное, что я написал парочке начинающих ютуберов, у которых есть АВМ Treasure Hunter. А вдруг кто-то из них мне поможет? Все, ребята, ждем ответ дальше. 2000 years later. Ля, каймба, у меня только что купили скин, у меня плюс косарь, да! Так, ребята, до ВМТХ мне осталось собрать еще примерно 79 тысяч. Все, начало положено, косарь и голдишки мне дали, yes! Короче, ребята, сейчас будет полный трясничок, смотрите эту переписку. Я написал моему подписчику, ютуберу, который мой донатер на стрим. То есть у меня был стрим, он мне закинул очень много денег. И я знаю, что у него реально очень дорогие скины, и у него даже есть АВМ ТХ! И посмотрите всю эту нашу переписочку. Обалдеть, он вначале не хотел играть в дуэль, но я ему сказал, что если я проиграю, то я отдам 80 тысяч голды, прикиньте! Если я проиграю, я даю 80к. Это полный трэш, но, ребят, это очень важная дуэль. Я надеюсь, я не солью. Он тоже дал слово мужика, что он некий док. И если я во время этой дуэли получу АВМ ТХ, это будет лучший день в моей жизни. Начинаем! Вы у меня часто спрашиваете, Кента ПК, а где же взять такой крутой, дорогой инвентарь? Ответ крайне прост. Это булдропщик. На булдропе вышло обновление. Там очень много крутых кейсечков, в которых можете выбить себе топовый дроп. Плюс я вместе с булдропом дарю вам халявный кейсечек или халявную голдишку. Смотри, закреплю на комментарии, там вся инфа. Поэтому, если тебе нужен топовый дроп, то залетай на булдроп! Так, ну что, ребята, давайте, чтобы не было никакого кидалова, я хочу посмотреть на АВМ ТХ.
Вначале нам нужен навык ТХ, иначе это видео я даже снимать не буду. Не, я мандалы там всякие дуэли со школьниками играть, которые меня будут... Обалдеть, навык ТХ! Навык ТХ! Это имбовол? Ля! Какие наклейки! У него реальный навык ТХ! Блин, я обожаю эту рубрику! В прошлый раз получил АВМ Спорта 2, а в этот раз могу получить АВИК ТХ. Но если я проиграю, получается, я отдам 80к голдишки. Все, братва, желательно мне не проигрывать, иначе я посидею. Если я проиграю, это будет худший день моей жизни. И давайте хэштег Кентуха тащи. Ну чё, ребята, первый раунд, в первом раунде что мы берем? Конечно же, мы берем Дыгл. Маленькие ты мои, где это мы? Да! Маслята! О, май ля, как же я обожаю Дигл. Дигл в моих руках, это просто пушечка. 1-0, ребят, ну хэштег не поганенько. Так что возьмем, давайте возьмем 16 и флешечку. Все, имба, ребята. Самое главное, ни в коем случае не пушить. Это дуэль на АВИК ТХ, грубо говоря. Если я проиграю, то я, получается, выйду в минус. Я манал, не, я в минус уходить не хочу. Все, я посмотрел, вроде бы как у него ранг стиллер 2, поэтому я согласился на такую дуэль. Он в темке. Фейканули и ставлю тут маслин ему. Ля, посмотрите, он тоже играет по брейну, я смотрю. Да! Легчайшее! Ля! Блин, это самый легкий АВИК ТХ моей жизни! Я как же надеюсь, что он меня не кинет, как же надеюсь, что он меня не кинет. Пожалуйста, брат, я тебя умоляю, не будь китком. Он тут! Получай, говнюк, получай! Получай! На! Он тут! Мама дорогая, он меня замочил с некромансера. 2-1, начинает камбэчить. Не, дядь, я тебя сразу. Камбэка не жди, камбэка не будет. У меня есть очень хитрый, коварный план. Я сейчас возьму спасик и сяду в ребрах. Он по-любому меня там ждать не будет. Все, братан, погнали. Я в такие моменты, ну, никогда не проигрываю. Все, поехали. Тут надо побеждать, тут надо тащить. A few moments later. Все, ждем, братва. С вас лайк, подписка. Он тут! Да когда ты уже замочишься? Да! 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 Ух, 3-1, вот это пот! Бросаю хаешку по брейну. И вылетаю с двухлох! Попал, подорвал! На! Нет, да! Да! Хедшот! Имба! 4-1, а че у него за скины? О, не скины, ну нормально, легендарочка спаса, не. То есть по скинам у него вообще все в порядке. Обалдеть! Ха-ха! Ты что, прикалываешься? Чел! Это на все силы играешь? 5-1, вообще изи каточка! Так, смотрите, первый молик бросаю сюда. Второй молик я бросаю сюда. Он пишет, я ща по попке тебе надаю. Ха. Ты не понимаешь, что ты хочешь проиграешь? Камон, мужик. 3-2-1, влетаем. Да! Ля, я отвечаю! Не, можем дрофлить, сейчас начнет внезапно камбэчить. Ну как-то слишком легко! Что за дичь? Все, ребята, не расслабляемся. У меня есть тогда очень хитрая идея. Давайте, короче, я прям сейчас закрыть все где-то. Потому что, ну реально, а мало ли сейчас начнет внезапно камбэчить. Не топаем, не палимся, не палимся, не палимся. Я не топал, я не топал. Как же приятно играть дуэль без стрима, когда тебя никто не стримснайпит, вы даже не представляете. Все, мы ждем. А-а-а! Как? Откуда инфа? Блин! Блин, перезарядка, долго перезарядка! Бежи! Все нормально! Жестко, жестко. Давай, 3, 2, 1, прев! На шифте подкрадываюсь. Минус 94! Я почти его слил! Так, ребята, счет 6-2. Продолжаем дальше. Ля, он бежит ко мне! Откуда инфа? Да блин, это бред какой-то! Мне кажется, он начинает реально кабечи. Камон! Чел, ты чё? Ой, вот это ты зря, вот это ты зря. Поверь ты мне, камбэка не будет. Я тебе это гарантирую. Аккуратно. О, как я идеально дым пробросил. Он тут! Да опять! За спаса? А как он так? Он меня с конца карты замочил. Ну что-то идет не так. Ну мы же побеждали. В смысле 6-4?
Не-не-не-не. Нам этот вонючий рейса компэк не надо. Ну точнее, ему не надо компэк. Все, пацаны, пошутили, хватит. Сюда, сладенький. Да! 7-4, а что ты думал, меня перестреляешь? Поверь ты мне, у меня по ему вообще все в порядке. 7-4, решающий раунд. Как же раз, что мы играем именно закладочку, потому что, скорее всего, с соревнователем у него были бы шансы. Но закладки, братва, ну без вариантов, ну реально без вариантов. Так, закупаем все, что можно купить. Счет 7-4. Самое главное, чтобы он меня не кинул. Это самое главное. Он тут. Брефы! Да! 8-4, это сделал, да! Плюс на ВКТХ, плюс на ВКТХ! Он проиграл на ВКТХ! Он проиграл ВКТХ, я ему отвечаю. Да! 12 seconds later. Брат, прошу, ты не кидок, скажи мне! Брат! Ладно, став запрос, я тебя солью попозже. В смысле поп... Блин, чел! Камон, дядя, я сейчас с клана кикну! В смысле попозже? Мужик! Вот я такие моменты больше всего не люблю! Перестав запрос 64К, солью чуть позже. Он дал слово мужикам, накидал донаты на стриме и так далее, но все равно! Какой-то стрём! А, да, у него еще 18 подписчиков. Ладно, братва, была не была. Я ставлю запрос 64К. Я не знаю, чем это закончится, потому что, возможно, это будет полный трэш. Ставлю запрос 64 тысячи, надеюсь, меня никто не перебьет. И теперь нам остается просто-напросто ждать. Просто ждем все вот так вот. Блин, пожалуйста, чел, я тебя умоляю, не кинь меня, умоляю. Он ливнул, ланчер и сейчас их солью. Это трындец. Мне кажется, походу меня кинули. Блин, обидно. Мне слили, меня не кинули. Меня не кинули. Я в шоке. Он реально взял и слил мне АВКТХ. Дядь. Я такого просто не видел. Я думал, меня заскамят, как обычно. Я даже не планировал это видео выпускать. Он не кинул. Спасибо, брат, спасибо, спасибо, спасибо. Посмотрите, вчера мне слил, сегодня уже следующий день. И АВКТХ на витре. Какая это имба! Ребята, я обожаю эту рубрику. Пожалуйста, прожмите лайк за это. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был нереально счастливый Кент АПК и хэштег майонез топ. Подписывайтесь на майонезщика. Все, братва, с вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.